Две тонны овощей собрали для животных новосибирского зоопарка жители деревни Лебедевка из Китимского района. Кабачки, свекла, картофель, капуста – все это разнообразит рацион редких представителей мировой фауны. О том, что зоосад просит поделиться излишками урожая, селяне услышали по радио. Говорят, что сами не ожидали такого результата. Чтобы вывести мешки с овощами, пришлось даже просить помощи у предпринимателей. И, как рассказали в деревне, машину им пообещали уже через 5 минут после публикации в социальных сетях. В зоопарке особенно были рады тыквам. Ее очень любят обезьяны. Но кормить овощами будут даже хищников. Даже мелким хищникам, потому что витаминный набор необходим даже хищным животным, поэтому хищникам дают. А буквально вот сейчас прошла, и сурикатам дают, потому что они тоже хищники, им дают и тыкву, и кабачки. Они, может быть, не в большинстве случаев, да, как другие животные копытные, все съедают, но они маленько выгрызают, пробуют.